Каждую пятницу в эфире «Слоним ТВ» смотрите телефитнес с новой ведущей, обаятельной Татьяной Бардош. Вместе с профессиональным инструктором вы сделаете еще один шаг на пути к здоровью, красоте и хорошему настроению. Всем здравствуйте, с вами снова я, Татьяна Бардош, и сегодня с Ангелиной мы вам продемонстрируем также комплекс упражнений на ягодицы, только уже со штангой. Итак, начнем. Первое наше упражнение – это будет приседание. Стоим ровненько. Обратите внимание, мы приседаем так, чтобы наши ягодицы мы отводим назад, так, чтобы наша четвероглавая мышца не накачивалась. Как можно мы ее облегчаем, а нагружаем тело только ягодицы. И спинку при этом мы держим ровненько. Хорошо. Так, следующее наше упражнение будет предоставлено, это будут выпады. Выпады будут делаться таким образом. Переднюю ногу мы ставим вперед, задняя отведена назад. И передняя нога нас создает угол 90 градусов и выпрямляем только заднюю ножку. Раз, два, давай, по пять раз. Видите, как она с Ангелиной молодец, правильно выполняет данное упражнение. Спиночку держит ровненько, угол 90 градусов. Молодец. Так, следующее упражнение у нас будет с вами это наклоны со штангой на плечах. Десять раз. Вот, смотрите, мы делаем наклончики. У нас коленка чуть-чуть сгибается, спиночка у нас с вами ровненькая, таз отводится назад. Хорошо, работаем. Можно даже потратить чуть-чуть ниже. Хорошо. И следующее наше упражнение, это будет упражнение приседания на стул. Опа. Одеваем назад. При этом мы становимся с вами практически упираясь на стульчик. И будем просто дотронулись, поднялись, дотронулись, поднялись. Так, неровно делай. Все, так. И ближе, ближе к стулу. И пошли. Видите, мы до него дотронулись и поднялись. Также основное усилие мы создаем на ягодичные мышцы. Вот эти упражнения будут очень вам помогут накачать красивую попу. Всем спасибо за внимание. До свидания.
В эфире Слоним ТВ. Смотрите телефитнес с новой ведущей, обаятельной Татьяной Бардош. Вместе с профессиональным инструктором вы сделаете еще один шаг на пути к здоровью, красоте и хорошему настроению.